С 1 января существенно подорожает проезд из Чебоксара в Новочебоксарск на маршрутах 331, 270, 101 скорой. Перевозчики уведомили об этом Минтранс Республики и своих пассажиров. Объявления о подорожании проезда уже на прошлой неделе появились в салонах маршруток. С 1 января 2021 года проезд за наличные будет стоить 32 рубля, по картам 30 рублей. В настоящее время на всех маршрутках, курсирующих между Чебоксарами и Новочебоксарском, проезд стоит 26 и 25 рублей соответственно. То есть стоимость проезда подорожает сразу на 23%. В республиканском Минтрансе такое повышение считают обоснованным. На маршрутах между Чебоксарами и Новочебоксарском действуют нерегулируемые тарифы, поэтому перевозчики могут менять их по своему усмотрению. Минтранс, отряды перевозчиков, которые обслуживают направление Чебоксара на Новочебоксарск, в ноябре текущего года поступило уведомление, то, что они планируют поднять тариф на перевозки с января месяца следующего года. Виды перевозок бывают регулируемые и нерегулируемые. То есть регулируемый тариф устанавливается заказчик перевозок, а нерегулируемый тариф устанавливает сам перевозчик. Все перевозки в направлении Чебоксара-Новочебоксарск у нас осуществляются по нерегулируемым тарифам. Ну, так для сведения могу сказать, что последний раз индексация тарифов в этом направлении была в 2018 году. Но за это время, которое прошло, ГСМ у нас как бы увеличилось более 40%. Стоимость подвижного состава увеличилась более 70%. Ну и в текущем году данная отрасль пассажирской перевозки автомобильным транспортом и городским наземно-электрическим включены в самые наиболее пострадавшие отрасли от развития новой коронавирусной инфекции. Вслед за 331, 270, 101 скорым маршрутом цены могут поднять и другие перевозчики. Татьяна Трофимова, Маргарита Мельникова, Николай Скворцов, Республика.